Arsenal скорее. Команда, которые прибыли вот сюда, в этот будничный день, и в 13 часов, ну, сколько человек? Наверное, человек 10. Первый, пожалуй, опасный момент из ленточки один из защитников сложный момент для Академии. Посмотрим, насколько хорошо, быстро и эффективно они смогут выйти из этой ситуации. Знаете, сегодня они закончились достаточно хорошо. Сейчас возможно для контратаки. Слева там открывается Лена Комета, но сейчас получает эту передачу. И еще один пас. О, момент такой. На контратаке это кто-то был. И... Атака ведь продолжается. Сейчас можно пробить, и только в руки Пусада, можно сказать, прям в войне. Thank you.
сказать, да, почему сейчас я абсолютно не мысли, абсолютно непонятно, почему в этом ведутся на передачу. Сейчас это что-то получится. Можно себе этого все делать, что лишь не отвечать. Что это происходит совсем трансляцию, можно сказать, палочку-получалочку раз-два.